Добрым утром. Такой прекрасный вид из нашего окна утром. Прохладно. Солнце светит на горы. А вот здесь вот стоит маленькая лодочка. Супер. И так слышно, он даже говорит, и все слышно. Вот моя лодочка плывет, я ее вижу. Только этого оленя не снимала. Доброе утро. Чай? Да. Вы заказали чай? Нет, да. А надо заказать? Ну, он отдельно оплачивается, да? Да, ну хорошо, ну есть а что? Айранчик. Айранчик? Нет, да, можно чай? Айранчик тоже отдельно? Чай? Нет, айранчик и чай используется. Айранчик? Ну, хорошо. Ну и чай можно? Да, и чай. Два чая. Вот наш ресторанчик. Некоторые уже завтракают. Доброе утро. Прекрасный вид с террасы ресторана. Когда такой вид, можно не заметить скудных завтраков, отсутствие элементарных напитков на завтрак и многого другого. И мы все прощаем этому ресторану. Ты расплатилась? Да. Я просто снимала вот эти классные эти скворечнички. Это район Девин. Вилла Юстина. Почему Вилла Юстина, не знаю. Здесь такая рыбища. Вот это автобусная остановка. Называется Послон на Осиковице от Челингира. И вот здесь есть расписание автобусов. Они ходят от Софии и от Пловдива. Сюда можно приехать. А вот здесь как раз вход на экопотеку. Мы сейчас туда пойдем. Экопотека Челингира. Плакат, маршруты, все места, откуда можно сделать хорошие съемки, они все здесь указаны. Очень удобно. Тут еще есть реклама, собственно, комплекса Челингира, а также в селе Осиково есть Колконовата Кышта. Или не знаю, как правильно. Потом Михалка. И дальше вот здесь вот есть комплекс Челингира. Маршруты. Как доехать, видимо. Это уже Доспат, комплекс Челингира. Маршруты от комплекса Челингира. Вот видите, как можно во сюда тут проехать. Мы начинаем наш маршрут. Первые метры восхождения самые трудные. А дальше это пойдет все намного легче. Но тут вот лестница уже кое-где попорчена, поэтому... Ой, тут даже большая ступенька. Вот отсюда мы сейчас и снимем наш комплекс Челингира. Так, все, мы идем вот по такой крутой тропинке. От палочки к палочке. А палку возьмем? Ужас, что мне тут не нравится. Вот тут палки разные. И мы возьмем одну. Да. Вот видите, какой вид на Челингиру. Так, ползем дальше. Так, ребята, здесь, конечно, очень скользко. Большой наклон. Все. Ой, вид хороший. Но это самый трудный. Что? Обратный путь. Его никак не обойдешь. Этот участок пути, к сожалению. Так что вот так вот. Мы забрались. И когда голова у человека кружится, то здесь лучше не ходить, конечно.
поэтому мы идем такими рывками. Сюда я иду хотя бы. Ой. С одной рукой, конечно, неудобно. Ой. Так, ребята, выключаю. Здесь, конечно, ужасно. Все круто. Крутяк везде. Вот так. Все это выглядит, если идти пешком с Экопотеки. Но мы еще только поднимаемся. Может быть, прошли 10 метров. Поэтому дальше вот так. Главный турист требует привал. Садись. Ой. Фу. Воды? Ну давай до ровного участка дойдем. Водичку берем. Фиксируем момент. Освещение отличное, все красиво. Итак, после привала мы пошли еще выше. Подъем продолжается, но немножко ветрено, хорошо, ветерок дует. И, в принципе, мы идем хорошо, бодро. У нас есть вот такие палки. Мы взяли палки. И теперь с палками пытаемся себе улучшить путь. Вот мы дошли до кустов. Уже прекрасный вид. Уже отлично. Теперь тут пошли кусты, но подъем продолжается. Мы идем в молодых дубах. Идем тихо, спокойно. Так, вот еще открытый вид, открытое пространство. Продолжаем наш маршрут. А тут кто-то шуршит в кустах. Может, ежик? Медведь. Точно кто-то. Кто-то шуршал. Да. Конечно. Маршрут очень даже живописный, но довольно крутой пока. Ой, красотень. Так, ну мы сегодня очень даже хорошо движемся по трассе. Мы сейчас догоним кого-то. Фу. Вот я нашла. Все, это у меня на экране. Я тут вид снимаю. Так, ну ладно. Вот шляпа впереди меня отдыхает. Thank you. Excellent. Oh. Check them out. Thank you. Thank you very much. Thank you. I have an empty one. I have an empty box. Okay. Don't be afraid. Where are you from? Bulgaria. You? No, Bulgarian. She's from Denmark. Very. In Denmark. Yeah. Very good English. Yes. Thank you very much. Точно. Осторожно здесь ногами. Здесь камни довольно скользкие. Опа. Ого. Я делаю небольшой привал. Да, садись. У нас, по-моему, одни привалы получаются. Так, мы продолжаем движение. Но еще подъем есть тут.
Еще есть подъем. Так пологий немножко, но подъем еще есть. Но я подозреваю, что это будет уже последний подъем. Подъем еще есть. Вот наше восхождение по Петике. Да. Прекрасный вид. Вообще отлично. Опять в гору. Да. Мы идем опять в гору. И тоже, сколько мы говорим, 200 метров мы прошли, да? 300. Уже 300 метров, и мы все идем в гору. Конечно, здесь лучше идти в том плане, что здесь все-таки уже нет таких обрывов крутых. А вон в ту сторону тоже открывается хороший вид. Мы сейчас будем смотреть виды со всех сторон. Привал! А. Ребята, нас жрают мухи. Вау! Так что, ребята, если вы захотите пройти всю Петику, вам вот туда, на ровный участок, вот там, где самые вершины гор. Нашу работу выполнил дрон, поэтому мы сейчас благополучно... Ну, как раз еще 300 метров. Да, благополучно будем... Ну, мы будем стараться благополучно спуститься. Но вот это место можно снимать бесконечно. При таком освещении, при другом, из нашего окна, не из нашего окна. В общем, это место, оно такое, какое-то магическое. Ну, в общем, короче, мы ползем вниз. Что видит камера, то и вы видите. А мы, как говорится, видим все красивое, изумительное. Естественно, нам придется сейчас, как говорится... Я не увлекаюсь, я внимательно иду. Где? Вот. Тут вот, у них тут пикник. Чао! Have a nice weekend!
Так, а куда мы идем-то? Тут прямо так мы круто идем. Так. Как-то тут сверху это выглядит некрасиво. Вот так мы спускаемся. Ой, вот так у нас вид. А мы по тропинке ползем. Я тебя жду. После спуска мы отдыхаем в баре. Здесь прохладно и отлично. 29 градусов, если вы вон там видите на табло. 29 градусов, комплекс Чилингира Welcome. Если вы думаете, что мы одни, то нет. Девушка пойдет. Пошли. Тропинку. Да никак. Вот видишь, святые храняют все. Тут была вода, видишь, вода, но ее нету. Чилингира чешма. Была вода.